дорогие друзья. Как вы себя чувствуете? Как вы себя чувствуете, дорогие друзья? Я с огромной любовью приветствую каждого из вас на этом грандиозном мероприятии холдинга Life is Good. Именно поэтому я хочу вас поздравить с тем, что вы находитесь в лучшее время и в лучшем месте. Я не музыкант. Я даже не знаю, как пишутся ноты на нотном стане. Но я хотел бы сегодня с вами поговорить о музыке. Почему? Потому что музыка является ключевым фактором в становлении меня как директора компании Life is Good именно в этом проекте. 25 лет я занимался вопросами безопасности для физических и юридических лиц. Последнее время я работал директором антикоррупционного комитета. Нужно также понимать, что я был совершенно далек от сферы финансового консалтинга. Но посетив регионально-базовый семинар, я настолько был воодушевлен этой идеей, у меня сформировалось такое чувство, что я приобрел новый смысл жизни. Разобрался в юридических аспектах и нажали педаль на полный газ. Через 14 дней мы закрыли третий карьерный уровень. В домашнем регионе мы собрали семинар более 100 человек. Через 3 месяца это был четвертый карьерный уровень. В течение 10 месяцев мы закрыли пятый карьерный уровень. И в течение 2 лет мы закрыли директорский уровень. 2 года, и мы стоим на этой сцене директорами. Что я вам хочу сказать? Весь смысл заключается в том, что география нашего бизнеса, она тоже очень быстро развивалась. У нас бизнес далеко вышел за рамки региона домашнего. У нас появились люди в разных регионах нашей страны и за ее пределами. На Кипре, в Италии, в Германии, в Казахстане. По мере карьерного роста менялось качество нашей жизни. Мы поменяли очень огромное количество финансовых вопросов. Было очень приятно подарить своей жене белый автомобиль, закутанный в синем банте Audi A6. Это было в прошлом году. Дорогие друзья, у меня никогда не было такой возможности делать такие подарки даже самым близким своим людям. Буквально 2 дня назад, сидя в гостинице «Корстен», я купил себе автомобиль Land Cruiser Prado. Почему я тебе об этом говорю, дорогой друг? Да только потому, что я хочу поделиться с тобой практическими советами, что позволило мне достичь сегодня таких результатов в такие сроки. Когда твоя мечта конвертируется в цель, у тебя будет направление движения. Когда у тебя будет цель, у тебя 80% успеха уже есть, 20% у тебя останется за внедрением. И вот эти 20%, они позволят тебе достичь именно тех результатов, которые ты на сегодняшний день действительно хочешь. Но почему тогда такое огромное количество людей, которые ставят сегодня цели, они не достигают сегодня тех результатов, которые перед собой ставят? Дорогой друг, я хочу задать тебе один вопрос. Ты когда-нибудь стрелял из автоматического оружия по мишени? Давайте представим такую картинку, что у тебя в руках автомат, перед тобой на определенном расстоянии есть мишень. И если все твое внимание сосредоточено на эту мишень как на цель, все, что тебе остается делать, просто стрелять в направлении этой цели. Какие у тебя шансы поразить десятку? Даже если она и попадет, это будет неконтролируемый процесс, это будет просто случайность. Но если ты возьмешь и сфокусируешь свое внимание на средствах достижения цели, на планке и на мушке, и в этот момент контур вот этой цели, они могут быть нечеткие. В этот момент у тебя дыхание останавливается, ты нажимаешь на курок, и ты потом поражаешься тем результатом, который у тебя есть, как статистики в рамках этой мишени. В нашем случае средства достижения цели – это те задачи, которые мы перед собой ставим. Когда ты начинаешь создавать информационный поток, у тебя формируется заинтересованная группа людей. Эта заинтересованная группа людей, она начинает проходить через систему регионально-базовых семинаров. На этих семинарах люди принимают решение строить этот бизнес. У тебя появляется бизнес-ориентированная целевая аудитория, которая формируется в твою организацию. Эта организация начинает проходить обучение в Международной бизнес-академии IBA, и у тебя появляется команда лидеров, на плечах которых базируется весь твой бизнес. Из этой команды лидеров у тебя появится личное окружение. Это окружение, которое будет дышать с тобой в унисон, что бы ни происходило. И если ты создаешь такое личное окружение,
у тебя появляется возможность в следующие 5 лет создать организацию в 45 тысяч человек. Как ты думаешь, легко ли тебе это будет? Я не знаю, но я знаю точно, что непросто. И когда этот непросто придет тебе в гости, вот тогда придет к тебе на помощь музыка. Когда мы запускали эти бизнес-процессы, очень часто приходилось возвращаться домой поздно ночью. Когда ты едешь на автомобиле по ночному городу, я всегда включал музыку на полную катушку. Всегда включал. Я ехал и представлял такой зал в 10 тысяч человек. И на каком-то этапе я начинал слышать голос ведущего. А сейчас, уважаемые дамы и господа, встречаем нового директора компании Life is Good. В этот момент я выключал музыку, и что было духу, я кричал: Александра Амосова! Неважно, какой у тебя сегодня уровень, второй или десятый, те люди, которые хотят новый уровень сегодня получить в течение этого года, встаньте на местах, я хочу видеть ваши глаза! Встаньте, кто хочет быть директором! Встаньте, посмотрите друг на друга! А теперь давайте представим, прошел год, и у нас конгресс 2021 года. И я как ведущий представляю вас, и я сейчас буду говорить. А сейчас встречаем нового директора компании Life is Good. И когда я говорю нового директора Life is Good, каждый кричит, как есть мочи, свое имя и фамилию. Готовы? Погнали! А сейчас, уважаемые дамы и господа, встречаем нового директора компании Life is Good. Отлично! Дорогие друзья, я хочу, чтобы вы поняли, что ваш бизнес называется вашим именем и вашей фамилией. Давайте теперь с этим осознанием сделаем то же самое. А сейчас, уважаемые дамы и господа, встречаем нового директора компании Life is Good. Life is Good. С огромной любовью всех. Как там у вас? С огромным чувством благодарности президенту компании и топ-менеджерам, на которых базировался стартап нашего проекта. С огромным уважением каждому сотруднику, который сегодня берут ответственность за те бизнес-процессы, чтобы наша организация, она работала в долгосрочной перспективе. Пойми, чего хочешь. Понимание цели определяет и возможности, и способности. Будьте успешны, Life is Good! Спасибо, Александр. Мы от души вас благодарим за этот потрясающий заряд энергии. Спасибо! Global Star Club. Возможности безграничны.